Итак, мы продолжаем. Итак, берем наших... Готов. Четверых, почему-то четверых уже. Ладно, неважно. Так, дойдем мы до этого Доминатора или нет, я не знаю, сейчас посмотрим. Так. Что? Берем поселенцев. Строить. Пусть они строят. Так. Кто? Пока что этих... Так, ну почему их четверо так? Где пятый-то? Я не понял. Подождите. Я что-то не заметил его. Ну ладно. Правильно. Будет правильно. Мы, короче, убиваем медведя сейчас. Атакую! Будет сделано. А, все, не надо больше. Как бы без этого. Нормально. Так, дальше. Окей, берем вот это и вот это. Это пока что все, что нам нужно. Так, окей. Так, наши достроили, там нет еще? Готово. Так, 5 поселенцев. Строитель. Нажимаем 3 раза, чтобы Готов. Не ошибиться. Так. Где же этот пятый? У меня вроде их 5 было, нет? Так, я уже врага вижу, как. В общем, это, короче, долгий будет стрим, на котором я просто буду пытаться что-то показать. Ладно. Что нам надо сейчас сделать? Нам надо теперь сделать дело. Так, они пока строят, да? Я так вижу. Нет, не строят еще. Так. Приказ? Так, строитель. Да что ж у меня сегодня все лагает, игры все. На Ютубе вообще ничего не принимается, короче, сегодня. Со стримами я вообще не допускаю к стриму, короче, на Ютубе. Поэтому, как бы, пришлось как-то перезаписывать через Twitch, чтобы сделалось вот как-то так. У меня 2 предупреждения, так как какие-то дебилы сделали так, типа, это их видео и... В общем, пожалуйста на меня. В общем, как-то так. Ну, я как бы продолжаю сейчас еще снимать, так как у меня нет 3 предупреждения. Хотя, ладно. Так, покупаем, все берем. Так, что у нас есть? А, ну все, у нас открылась вся карта. Всех просмотров. Так, у меня здесь есть... Надеюсь, у меня это все запишется, я так думаю. Так. Окей. Рыбов как бы я вижу. Но, ребят, ну так как они строятся, это вообще капец. Ребят, вы бы видели. Они уже все отстроили. Офигеть, они уже идут к нам. Мы все никак не можем построить половину даже домов. Так. Где у нас эти, блин, военные? Где у нас острог? Где тут строится, блин? Как же я их выиграл? Здравствуйте. Арсенал, в котором ничего нету, ребят. Я не знаю, на нас уже будут нападать, а мы еще не готовы, как бы. Приказ! Так, у нас есть они. Да, сделаю! Будет сделано! Ну, как бы хотелось доминатор, потому что доминатором мы все сделаем, короче. То есть, всю карту победим. Но вообще, кто-то думает, что доминатор никак нельзя получить, только читами. На самом деле нет, его возможно получить, так как это как бы уже машина, и она как бы из будущего, так как в эти времена, ну, как бы не было еще таких машин. Готов? Вообще нет, его можно как-то получить, если у вас все прокачано, строитель. То есть сделано. Это вообще возможно, но как бы, не знаю, я не пробовал. Превосходно. Возможно, вы собрали вместе ваши войска, и теперь мы можем уничтожить врагов одним ударом. Как мудро. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Приказ! Атакую! Блин! Да блин, да что ж такое-то? Что мне делать? Мне надо что-то делать. Так. Как же мне их победить? Так. Давайте возьмем вот эту. Так.
Что? Атакую! Победим их. Они наших что ли убивают? Давайте, парни, вы сможете. Давайте, мочите. Атакую! Ну давайте, вы что, двоих не можете убить, я не понимаю. Атакую! Давайте. На нас никто больше не нападает, понимаете? Давайте. Победите его! Атакую! Это вообще все уже. Ваш уж, блин. Да уж. Так. Ну чё, у меня опять ничего нету. Где у меня эти хрени? Я не знаю. Блин. Вот. Быстро. Быстро гаубицы надо ставить. Быстро, 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 быстро. Блин. Готов. Я просто их... Я троих не мог убить, а их здесь вон сколько. Будь правильно. А, вообще-то их 8-9. Да. И повозка. Как я их выиграю? У меня половина тут вообще никаких. Блин. Блин, как мне победить их? Блин. Так, у меня нет дерева. У меня нет дерева, ребят. Не верю. Не верите, но у меня реально нет дерева. Блин. Что делать, что делать, что делать? Быстро. Опс. Так, ладно. Ладно, 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 ладно. Давай же. Что? Ребят, постройте дома быстро. Блин, у меня нет. У меня нет ни дерева, ничего. Что же мне делать? Как мне это все победить? Блин. Ну ладно. Как бы. Но тут, откуда ни возьмись, у нас появляется Доминатор. Как его получить, я вам расскажу как-нибудь. Так, да. Возможно. Так. Что мы можем им сделать? Атаку. А вот так мы можем. Атаку. Берем один доминатор. И просто. Что? Опа. Будет сделано. Будет так. Сделано. То есть мы как бы их всех сразу поражаем. Так. Вообще не будет защищать кого-то или нет? Где у меня тут? Блин. Ладно, дерево. Мясо мне нужно и дерево. Быстрее. Так, ладно, 5 косарей давай. Да, конечно, на эксперте очень сложно играть. Но, ребят, вообще как доминатор получать, я вам сейчас скажу. Это все очень делается очень просто. Просто когда вас побеждают, вы как бы нажимаете на... Точнее, нет, не нажимаете. Приказ? Вы считаете, да. Нажимаете на клавишу. Что? Атаки. Она и находится внизу, просто вы ее сейчас не видите. Да, будет сделано. Ее не видно. Потому что видео так сделано. Да. Ладно. Давайте берем армию нашу. Окей, нам нужен дом. Я у нас наши эти. Так, уже их двое. Прекрасно. Строитель. 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 Давай, 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 давай. Строитель. В общем, нажимаете на атаку, строитель. И вдруг строитель. У вас появляется доминатор. Я не знаю как, строитель. Но это работает без кодов, без ничего. Все. Так. Строитель. Строитель. Так. Строитель. Строитель. Ладно. Строитель. 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 Давай же. Строитель. Все. Доминатор наш, то есть... Это реально, никакой не код. Это реально. Даже не 4. То есть мы спокойно уже можем поездить. Уничтожен так всегда. Просто выезжаем на нем. Как вы знаете, его нельзя победить, его можно просто получить в эксперте, только в эксперте. Я научился его получать. Он получается очень даже просто. Просто нужно. И, как я сказал, на вас должны напасть. И вы там уже должны все сделать. Нажать на атаку, и у вас таким образом получится.
обязательно нажимать на, три раза на этот наш метрополию нашу, три раза нажимаете, на вас нападают, вы нажимаете потом атаку. Все. И у вас доминатор работает только на эксперте, потому что я пробовал на новичке, там не работает. Почему? Ну, не работает. Ну, на новичке, я так понял, только кодом можно вызвать все это. Так по-другому нельзя. В общем. Так. Смотрите, они даже отступают. То есть это не фейк, это реально видно, то, что я могу победить всех. Просто так вы можете получить такое вот орудие, которое очень прикольное, и смотрите, они просто убегают от нас. Конечно, в сетевой игре это не работает. Это вот то, что я хотел вам сказать. Для чего я вообще этот стрим начал? Вообще это нельзя делать в сетевой игре. Там просто это как бы закрыто, так же как и на других сложностях. Они только это разрешили в сложности эксперт, только чтобы, ну, не знаю, только некоторые люди знали это, и чтобы, я не знаю, зачем, короче, они это сделали. Но, в общем, это только для админов, чтобы там экспертную сложность проверять как-то. Не знаю, зачем это добавлено, но это выглядит круто, я бы сказал. Так, вот это вот наша штука, мне она не нравится. Кажется, это ей. Где у нас там эти наши строители? Что? Собираем 24 наших парней. Где у нас? Блин, потерял. А серьезно, где они? Наши игроки-то. Будет. Да. А, ну они там, ладно. Будет сделано. Так. Что? Строим здесь. Ну или где хотите, в общем. Сделаю! Так. Полевое орудие и 4 наших этих парней. В общем. Так. Вот он наш доминатор наш. Он доезжает до этой штуки. То есть. Все равно союз с этим племенем был мне не нужен. Так. Что мы еще можем сделать такого, чтобы это было как бы видно в игре? С доминатором мы поняли, уже разобрались, то, что вот нападают, кто-то пытается напасть. Ну, например, вот, кто-то нападает. Так, эти стреляют, что-то пытаются сделать там. Как-то стреляют. Ну, приезжает доминатор и всех, короче, убивает. Так. Да, мы сразу победили их. В общем, берем вот это. Так, все. Приезжает доминатор и вот спокойно их убивает. Ребят. В общем, так просто можно, не знаю, просто приколоться, то, что у вас есть доминатор. Да, он работает на всех сохранениях. То есть, если вы сохраните в игре, то он останется. То есть он у вас не пропадет. Никак. Можно им поломать деревья, чтобы это не работало. Вообще, в сетевой игре на незащищенных серверах это сделать можно. То есть можно сыграть, где нет защиты на коды. Точнее, на коды, там защита от читов, чтобы было. Вот там можно как бы так сделать, чтобы он работал. То есть это обычный код. Победа, вы можете побеждать в сетевой игре. Я вам говорю, я не пробовал на незащищенных серверах, потому что их мало, поэтому я не пробовал. Но я думаю, будет работать. Потому что с ботами эксперт это незащищенный сервер. Так можно спокойно зайти там, передавить их всех, например, разломать их дома. Например, своих друзей там и
кем вы играете. Просто не типа сказать, о, я такой крутой, потому что у меня доминатор. Вообще доминатор работает только в последней эпохе. Я проиграл. Теперь вы можете остановиться. Так. То есть это работает только в последней эпохе. И работает только в атаке. В этой штуке. В незащищенной игре. То есть атаку вы как бы не сможете. Атаку его, если вы хотите получить как-то, хоть как-то, его еще можно получить. Очень просто его получается. Доходите до последнего уровня. И после последнего уровня просто берете и жмете, там, я не знаю, что вы там жмете. Просто жмете на последнем уровне, там, строите что-то, кого-то, например, уничтожаете кого-то, и у вас просто он открывается сам. Вот здесь открывается у вас, тут, конечно, не видно, но тут у нас, у вас он будет, вот тут написано «Доминатор». Открываете его, ждете, пока он загрузится в игру, и потом уже он будет открыт. То есть... Как-то это работает очень даже просто. То есть его можно открыть даже без таких багов, глюков. То есть, как хотите, в общем. Так, у нас вообще жители что? Есть, нет? Вот они. Строитель. Так, строитель у нас есть. Строитель. Строим. Так. То есть вот так вот можно взять. Любых... Например, вы зашли на сервер незащищенный, ну, точнее, или кто-то его специально не защитил. Там вы просто, вот, если там, если вы хотите, коды вбиваете, хотя это только админу можно. А, например, вы хотите там, вот, доминатор сразу прям, как вы вот пятую нажали, вот, последнюю эпоху. Просто нажимаете на, то есть на вас должны напасть враги. После нападения вы должны отбиться от этих врагов и, нажать на атаку. То есть выбираете свою команду, нажимаете атака. И там, в общем, у вас открывается вот этот доминатор. То есть не надо его открывать, ждать там. То есть он открывается только один раз в игру. Ребята, то есть если он у вас проигрывает, то есть вы больше его не начитили. Открывается он всего один раз. Вот как так, ну ладно. Давайте-ка еще раз защитим. То есть я вообще хотел поиграть просто. Без защиты. Ладно, так. Так. Ладно, пусть он пока здесь постоит, ладно? Так. А, вот он валяется наш. Фрэнсис Дрейк, исследователь. Так. У нас кто-то еще был, нет? Не был. Так, дома у нас есть, все есть. Да? Так, готово у нас. Так, там у нас все отстраивается, так как мы на эксперте, у нас все тут строится, в общем. Пытается, в общем, что-то строиться. Дофигища у них, короче, городов. У нас только маленький, офигеть. Тоже отстроено, они тут что-то сделали. Так, что-то тоже они делают, пытаются что-то сделать. В общем, так как они из одной команды, я не поставил себе против всех. Как-то так. Ладно, мы больше доминатором, наверное, не будем сегодня пользоваться, так как мы уже победили. О, не-не-не-не. Видимо, нет. Я ошибся. Лучше их не победим просто так. Победим, да? Так, ладно. Приказ? Так. Будь правильно, да. Мы должны выйти сюда. Это наша готов. Армия тоже готовится, идет сюда. Так будет, сделаю! Так. У нас остается... Приказ? Что? Какие тут мужики? Ура! Их тоже сюда перекидываем. Так, у нас остается здесь несколько мужиков. Что? Пусть они здесь... Как бы... Приказ? Готов. Ладно. Так. Да, немного можно сюда, конечно, приказ? Переправить. Что? Вот сколько человек. Будь да, будет сделано. Чтобы они сюда все-таки идти, шли. Потому что дофигища у нас здесь людей, конечно.
Готов. Готов. И еще готов. Да, брат. Будет сделано. Так, ладно, мы готовы. Берем еще несколько человек. Так, что у нас тут? Так, все, выбираем. Так, здесь мы больше ничего не выбираем, потому что нам здесь ничего не надо. Овцы, если хотите, поставите. А, так, а здесь ничего. Так, здесь тоже ничего. Так, ладно. Так. Кто ждет Нубас мультик? Короче, ждите его, не знаю, к концу ноября, наверное, выйдет. Я не знаю точно. В ноябре, короче. Так, на нас нападают, я так прошу, да? Ну, я тут отобьюсь как-то, да. Что? Как бы... Атакую! Так, давайте-ка. Кто там? Кто там? Кто? Нет. Это просто это... Как бы перевозка. Так, давайте, атакуйте. Чё они там стали? Вообще, нафига? Серьезная битва началась. Интересно, мы победим или нет? Атакую! Да, твоих сразу. Ого, сколько они нас, наших убили-то. Будет давайте сделано. Вот что, нига? Атакую! Ну, давайте, вы сможете, ребят, вас как бы дофигить. Что, вы их не убьете, что ли? Это же просто конник. Просто ключ, пацан. Так, все, готовы. Так, давайте возвращайтесь. Будет правильно. Так. Это все понятно. Так. Приказ! Доминатор, пожалуйста, съезди-ка сюда. Вот. Ты пока что мне не нужен. Так. Здравствуйте. Это у нас колония, да? Колония где-то мы должны поставить, я не знаю куда. Мы колонию будем ставить, потому что ну, на всякий случай, если нас все-таки завоюет, давайте все-таки поставим туда. Это у нас фургон поедет, это, то есть не мы поедем. Так, собираем нашу армию. Готов! Непонятных парней. Берем и отправляем их на... Ого! Да ладно, серьезно? Вода! Это типа они на нас идут, да? Ну, точняк, они не просто так гуляют здесь, понятно? Именно по этой дороге сейчас. Именно туда сейчас сверну. Смотрите, какая у них армия. Одни бомбы. И мы идем, смотрите, вот. Наша. Да, у нас есть еще всякие разные. И один конник такой идет, да. А, хотя там еще есть, ладно. Так. Оу. Ну, куда они пошли-то? Так. Почему он один идет? Я не понимаю. Так, ладно. Так. Так, мочим их. Ладно. Приятно увидеть, как ваши солдаты бросаются на утек. Так, ребят, я вернулся немного. Что я здесь пропустил? Охренеть! Пока я здесь это... Охренеть. Я ранен, не могу идти. Охренеть! Доминатор, мочи их всех. Они на нас напали, все. Нам не победить. Без тебя. Давай. Молодец, герой. Вообще. Кто на... Они дальше пошли, прикиньте, ребят. Это нереально, они какие-то, правда, психи. Так, у нас немного армии есть, ладно. Как бы, пофигу. Так.
терминатор, давай. Ну что ты не пошел? Мочи, мочи. Мы их не победим все равно. На самом деле нет. О, круто. Еще. Вообще красавчик. Вообще всех. И ушел. А там еще эти. Так. Жаль, что нельзя два терминатора взять. Ну как бы, если я подкоплю сейчас, мне выпадет все-таки это. Там нету еще. Вообще за одну игру можно только один терминатор использовать. О! Как... Давай-ка. Что на нас там опять напали, что ли? Я не понял. Сейчас. Приказ что? Пустя. Так, ого, блин, да ладно, серьезно? Давайте на них, да, на них, будет, на них. Да, сделано. Ой. Так. Что? Парни, нападайте давай на них. Где наш Томми? Томми, 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 Томми. Томми едет. Как бы. Давай-ка. Они нас уничтожают, блин. Да ладно, их дофигища. Мне возвращается сила. Ага, сейчас. Опа. Серьезно? Да ладно. Победила одну армию, пришла другая армия. Да ладно. Пошли, пошли. Всех как бы перебил. Вот как круто. Да вы что, серьезно? Да ладно. Я не знаю, я не побегу больше туда. Приказ? I'm sorry, Grieft. I may not steer. Че, убили все-таки его? Нет? Да, видимо, убили его. Ну все, так и не уходит оттуда. Так. Больше никто не нападает, видать. Нет, вот этот... Вот это обязательно надо их... победить. На кого мне напасть? Я не... Мой терминатор не может разорваться на две части. Кто первее добежит? Или вот эта армия, которая хрен знает сколько людей, или вот эта вот армия. Я не знаю. Наверное, это. Так, ребята, справятся, я так думаю. Хоть как-то. Ладно, пойду я тебя убить. Готов. Парни. Атакую! Поехали. Затащим, ребята. Так, где у нас терминатор наш? Я так и думал, что... Ого, блин, да ладно. Я их не выиграю. Ни хрена себе! Давай. Наверное, долго собирали, да? О! Что-то новенькое. Так.
Неужели все? А это все, наверное, да? Мне возвращается сила. Да вы серьезно, да? Вообще. Че, у нас с армией все уже? Готов! С армией закончили. Да блин, да где у нас? Блин, потерял его. Вот на что. Ребята, давайте, вы сможете. Вы все сможете, давайте. Ладно, мало дорог осталось, ладно. Мы сможем победить их. Мы сможем. Они опять отстраиваются здесь. Ладно. Как бы ладно. Так. Где у нас наш Томми? Доминатор. Что, зеленый, что ли, блин? Да вы серьезно? Я так не могу так играть. Слушайте. Без своей команды я как бы вообще не могу. Давайте наспавним так их. Крикас? Просто наспавню. Приказ! Просто так, сюда. Да, будет сделано. Вот смотрите, это как красиво выглядит. Смотрите, опа. Сразу всех. Доминатор вообще мощный. Мощный, вообще. Так. Давай. Все мелец. Решили меня победить, да? Надо было поставить всех против всех. Чтоб играли. Так. Доминатор вообще красивый. Мочи, гада. А там уже другая армия. Возможно, я еще смогу сохранить хоть немного достоинства. Милостивый государь, вы примете мою капитуляцию? А где капитуляция? Вы отбираете у меня контроль над торговыми путями, но это не спасет вас от моей армии. Так, я сломал его. Так, окей. Наверное, на этом все, наверное. Надо на этом заканчивать. Нет. Ладно, пошлите на нашу другую армию. Так, кто у нас остался вообще? Кто из армии у нас остался? Вот эти вот зелененькие, которые мы, ну, так, чуть-чуть поубивали их. Так, у нас здесь есть какие-то опять строящиеся дома. Я так понял. Так, и вот наш доминатор, который едет. Пушки? Что? Да. Будет сделано. Да. В атаку. Я ранен, так. Не могу идти. Что здесь вообще никого нет? Да ладно. Приказ. Да. Будет сделано. Давайте-ка собираем. Сделаю. Так. Ну все, они все пошли, смотрите, как я. Сейчас убьются. Мне возвращается сила. Где наш доминатор? Че, не разобьют они? Я ранен, не могу идти. Ой, эти опять здесь. Так. Все? На этом все? Так, ну и сколько они будут-то еще идти? Ко мне возвращается сила. Так. Готов!
Будет сделано. Так, у меня опять нету у этого бревен. Но дофига монет почему? Я ранен, не могу идти. Давайте-ка монетки наши поиспользуем. Офигеть, как я потратился, мне осталось мало монет вообще. Где у нас стаминатор-то, я не понял. Пошел, пропал, блин. Так, надо вообще уничтожить их все. I am sorry, Grief. I may not steer it. Опять? Да ладно. Не по очереди. Мне возвращается сила. Давай. Так, это кто вообще? Там сидит-то. Я не знаю. А, красивый сейчас. Что это за трилогия вообще? Это разве армия? Вот и все. Просто съезжу, посмотрю, как там вообще, что происходит. Так, у нас здесь опять это валяется. Так, здесь у нас все пока что нормально. Приказ! Так. Будет сделаю. Так, где у нас? Наторка. Блин, ты что пропустил этих? Да ладно, я за ними. За ними я уже не успею. А возвращаться что-то мне не хочется. Так. Ладно. Так, мы по-любому победим. Хоть мы одни против экспертов, но мы победим. Так, кажется, почему-то. Все-таки мы мастера. Да ладно, серьезно? И эти сюда тоже идут. Ну ладно, как бы. Так, где я вообще нахожусь? Ну что ж, въезжай туда, въезжай, давай. Так. Замочим этих, которые остались. Давайте, зеленый, давайте. О, острый. Опа. Зачем он меняется? Я ранен. А я развернулся неправильно. Хотел покрасивее еще сделать. Ладно. Вот так вот. Да, красиво, конечно, все может. Опс. Так, ладно. И туда едем. Стейте. Строит дофига. Да, красиво. Так. Как это вообще красиво будет выглядеть? Да никак. Он просто вперед уезжает. Ага, еще этих подбил. Ну что, эти остались-то у нас тут? Еще обустроенные. Я до них не доехал, блядь. А надо было. Надо было все-таки доехать до них. Хотя нет, еще не поздно, ребят.
Я еще сейчас все сделаю. Так. Я еще... Они решили, наверное, меня отпустить. Давайте, давай. Меня не победить. Несколько домиков вам поломает. Все, что у нас есть. Да и несколько домиков надо еще. И на это, наверное, хватит. Расстроили. Теперь мы едем сюда. Так. Ну ладно, как бы. Так, ладно. Так, о, они сразу уже начали что-то опять строить. Офигеть. Так, эти опять что-то строят. Хорошо, конечно. Нет, эти опять остроились, блин. И все равно дофига смотрите, что они тут. Офигеть. Надо, походу, было их еще немного тут. Победить немного. Посмотрите. Все здесь построили. Вот у этих чуть-чуть осталось. Конечно же. Ну да, у этих чуть-чуть совсем. У этих дофигища, конечно, у этих. Вот этих вот и у зеленых. Вот. У оранжевых, конечно, тоже дофига. Так, где у нас наш Доминатор? Стоп. Так, что у нас здесь есть? Офигеть, сколько у нас монет. Давай. Как красиво, да, это было вообще просто идеально, ребят. Так, ладно. Надо ехать теперь туда. Сейчас я расскажу, зачем. Не надо быть гением, чтобы оценить мое безнадежное положение. Так. Это кто у нас? Примите мою капитуляцию. Фридрих, это кто вообще? Это за кого он был? Непонятно. Ладно, так. Давай... Он тоже ранен уже, этот Доминатор. Разламывай. Ого, вообще. Нормально. Так. Опять все освобождено. Так. Что ж. Возвращаемся обратно сюда. Так, тут нас уже ждут наши ребята. Приказ! Да, сделаю. Готов. Да, пусть сделаю. Так, у нас еще здесь остались. Ну ладно, это пусть будет еще. Ладно. Как так-то? Их же здесь не было. Вот так вот. Так. Окей, так. Все построено было, да? Все равно кто-то пытается нас... Так, нет, ты иди туда. С этим мы как-нибудь разберемся. Так. Готов. Поехали. Да, да, будет сделано. Разгромим сейчас врага. Так, у нас есть такая лошадь какая-то. Типа со всадником, что ли? А, не, со всадниками. Так. Где возвращается сила? Вода! Так. В отбой! Да, да! Что-то мы все пытаемся как-то отойти от нашего города и как никак не отходим, в общем. Так. Доминатор. Данный.
Вода! В бой! Ну, эти уже, наверное, все. Куда мы идем вообще? А идем мы на этих парней. В атаку! Сколько нас там осталось? 17 пушек и этих 9. Понятно. Так. Ладно, терминатором пока не будем пользоваться. Посмотрим, что у нас смогут. Ну, вот эти парни, ладно. Это вам не Dota 2, ребят. Что? Так. Да. Вода. Давайте-ка. Давай, стреляйте. Что вот эти вот пушки у меня что-то не стреляют. Видите, они не стреляют, они просто как... Смотрите, на них просто нападают, а они просто их убивают. Мне такие пушки не нравятся. Вот такие вот нравятся. В атаку! Да, в отбой! Да, в атаку! Да, в атаку! Да, в отбой! Да, в атаку! Да, в бой! Да, вода! Вы же понимаете, без сильной армии невозможно быть главой сильного государства. Так, это уже наш. Смотрите, он сейчас... Смотрите, как его победил. Давай. Ты сможешь. Что? Правильно. Давай-ка. Красавчик. Нет, почти его. Поехали дальше. У нас тоже здесь. О, сколько. Не, я их по-любому были победил. У них-то. Они как-то помогают. Прикрывают друг друга, а я чё? Я против всех не сыграю. Так. Поехали тогда нашим терминатором. Попробуем всех вообще уничтожить. Охренеть. Чё, опять? Ладно, погнали туда. Потому что как бы... Так. Окей. Чё, едет он, нет? Окей. Окей, так, вот, все, мы приехали, так, убиваем давайте их. Как-то хотя бы. Так, для тебя было, ну ладно. Так. Да ладно. Не, я хочу этих, конечно. Так, красиво. Так. И такой неожиданный такой. Почему? Мне опять возвращаться, блин, это долго. Я почти заехал уже сюда, блин. Ну ладно. Как бы я все-таки должен победить всю эту армию с одним терминатором, который, наверное, взорвется. Я даже не знаю. Так. Я попробую все-таки. Так. Давайте-ка.
надеюсь, это была последняя битва Доминатора с врагами. Так, все. Мы победили их. Опс. Так. Мы их сейчас всех уничтожим. Все сразу им все. Понимаете? Так, все. Так. Так. Подождите, у них там что, плантация, что ли? Так, все. Что, Фрид? No possible shit! О, прыгай. Это последняя битва, ребят. Доминатор против всякой хрени. Плантации и еще чего-то. Потому что здесь это не нужно. Да. Без армии, а с доминатором. Что же? Так, вот смотрите, как красиво все будет. О, вообще идеально. Все зелеными, как бы все. Мы их победили. Интересно, успеем? И что, успеем? Так, у меня вообще есть какие-нибудь игроки, которые... Готов! Да, где? Да! Так. Где наш теперь доминатор? Поехали. Хотя... Это типа... Что? Ладно. Давай-ка. О, реально. Прикольно. Пусть отступают, блин, что-то. Вам удалось обвести меня вокруг пальца. Так, и теперь я сдаюсь. Блин.
Давай. Надо отсюда выезжать все-таки. Ну чё, мы этих оранжевых все-таки как-то победили. Ну, этих мы просто не успели, ребят. Потому что сейчас наших просто, не знаю, победят. А я этого не хочу, так что... Так. Так. Ты где? Да меня-то, пожалуйста, быстрей. Сможешь, давай. Мы все в тебя верим, давай. Так. О, нет, 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 все. Все началось, блин. Давай, Терминатор, ты можешь. Пожалуйста. Ты все сможешь, давай, ты успеешь. Ты успеешь, ну пожалуйста. Они все разрушают. Сегодня торговые. Завтра всю вашу империю. Давай, он успел. Ко мне возвращается сила. Давай. Давай, все. Красавчик, мочи. Мочи всех этих гадов. Они мне ничего не дают. О, нет, 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 нет. Все, врагов не осталось. Че они там уничтожили-то, блин? Всех, что ли? У нас рынок остался. Так. Так, ладно. Дома остались и все. А у них... Блин. Оранжевые все равно пытаются что-то хотя бы сделать. Да ладно. Я думал, что все, они уже побеждены. Короче, чтобы победить 8 команд, точнее 7 команд, на эксперте потребуется, наверное, час. Мы сейчас уже играем час. Посмотрим. Так, ну, когда-нибудь. Так, у нас есть наша собака Дейзи. Раненая, ну, в общем, ладно. Так. Я не знаю. Если я туда вернусь, я не знаю, успею ли я или не успею. Потому что реально это... Я даже не знаю, успею ли я уничтожить их всех. Ну, сюда точняк они не доберутся, это я точно знаю, потому что это невозможно просто. Чтобы им туда дойти, нужно километр целый пройти. Так. 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 Давай-ка так. Терминатор, давай. Мы их уничтожим сегодня. И им нас не победить сегодня, давай. Мы должны победить. Это все-таки наша команда, мы должны. Давай. Так. Сейчас смотрю на мини-карту, думаю, что уже кто-то идет. На мини-карте все показывается. На мини-карте. На мини-карте, короче, можем увидеть, когда враги будут. О, все. Так. Я отомщу за своих. Давай-ка. Доминатор. Опс. Так.
Так, нам нужно... Не знаю, хватит стены этой, не хватит. Не знаю. Еще надо побежать. Стали появляться, я вас уничтожаю, вы все появляетесь. Я ранен, не могу идти. Хочется отступать, но, ребят, придется. Придется. Все-таки, я не знаю, я не выиграю. Я их уничтожил всех, они опять возрождаются. Я не знаю, что с этим делать. Так. Ну все, они собаку убежит. Доминатор не успеет, все. Они дома начнут трушить сейчас. Хоть маленькая армия, но все равно, ребят. У этих дофигенная армия, конечно. Давай, доминатор. Ты, как бы, мне все равно успеешься или нет. Но все-таки команда. Приказ? Так, ребят. Что? Постройте мне, пожалуйста, я не знаю, что даже построить. Строитель? Пожалуйста. Сана пока не видит. Ко мне возвращается сила. Так. Чё, помогай, друг. Наши дома рушатся, блин. Так. Прекрасно. Я чувствую, что победа от меня ускользнула. Вы примете мою капитуляцию? Все, они капитулировали, ребят. Так, ну что ж. Осталась у нас последняя армия. Конечно, давайте похлопаем, потому что мы все-таки сделали это. Мы победили почти всех, кроме одной армии, но еще это не конец, так как давайте это убьем. И, конечно же, еще продолжим нашу игру, ребят. Потому что это не конец, ребят. И продолжение, в общем, следует.